Добрый день, коллеги! С вами Ирина Хмелевская. И сегодня следующая ошибка психолога – это страх записывать видео, выкладывать видео. Прям вот очень частая ошибка. Приходят психологи, такие крутые, такие красивые, такие потрясающие, удивительные люди. Это прям вообще, вот я смотрю на них, и я восхищаюсь, и мне кажется, что про это должны знать все люди вокруг, какой психолог талантливый, какой психолог потрясающий, с какой энергетикой. И психолог мне говорит: ты знаешь, я боюсь снимать видео, я не могу выкладывать видео, я боюсь прямых эфиров, я не принимаю себя на видео, я совершенно некрасиво выгляжу, я плохо говорю, у меня не такие глаза, у меня не такие губы, нос и так далее. Но это все неправда. По видео у меня есть отдельные прям вебинары, отдельные продукты, в которых я рассказываю про видео, как снимать видео, как записывать эти видео так, чтобы вы начали нравиться себе. Я помню, как я снимала первые видео, и я понравилась себе там со 100 какой-то попытки, там с 200-й попытки я более-менее начала себя принимать на видео. Я помню, как мне не нравилось, что у меня там дергаются руки, как-то плечи, глаза, я как-то их не туда закатывала все время. Ну, это было очень смешно. И так вот шаг за шагом я начала снимать свои первые видео, буквально там, я даже могу сказать точно, 7 лет назад, наверное, или 8 лет назад. И сейчас я записываю видео просто вот прям за одну минуту сажусь, и буквально без всякой подготовки я записываю эти видео. Еще у меня был очень крутой челлендж. В том году я сняла 100 видео за 100 дней. Там получилось 160 видео, правда, за 100 дней. Но один день — одно видео, один день — одно видео. Задача была отснять один день — одно видео. И я это сделала. Это было очень круто. Это был такой челлендж, такой вызов. И мое качество моих видео намного улучшилось. Я стала по-другому совершенно себя вести на этих видео, разговаривать. И я вас призываю преодолеть это сопротивление. Я вас призываю к удивительному миру, который откроет огромное количество возможностей для вас и для ваших клиентов узнать вас поближе, увидеть, какой вы потрясающий психолог. На сегодня все. Всем ромашек!